Нина Харинова – первая чемпионка России по ММА из Калмыкии. В Кемерово прошел чемпионат России по смешанным боевым единоборствам среди мужчин и женщин. Впервые Калмыкию в весовой категории до 65,8 кг представляла наша землячка Нина Харинова. Она провела три боя, во всех одержала уверенную победу и стала чемпионкой страны в полулегком весе. Стоит отметить, что соревнования являются отборочными на чемпионат мира и Европы. Впереди у Нины чемпионат мира, который состоится в ноябре в столице Республики Казахстан Нур-Султане.